Всем привет! Подписчик написал мне лайфхак с магнитом. Давайте посмотрим, как он работает. Сначала ставим магнит, смотрящий вверх. Потом в настройках отключаем заморозить блок. Активируем магнит и сверху ставим пластиковый блок. Прыгаем на блок, чтобы дать ему быструю скорость вращения. Теперь включаем у него заморозку. Удаляем магнит и растягиваем этот блок. Прыгаем на эту платформу, и он нас силой выкидывает вверх. Давайте попробуем увеличить площадь платформы. И вот у нас получился огромный сверхмощный батут. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Геймс, всем пока.